Кукусики, кукусики. Господи. Посмотрите, какая красота. Господи, помогите. Какая красота, просто... Просто белиссимо перфекто. Просто оргазмику. Так, что у меня тут? Тут у меня крылышки мои любимые. Также шампиньончики, вот. Тоже на огне, да, так сказать, на костре, на мангале. Также у меня овощи. Огурцы, помидоры и редиска. Вот такая вот красота. Также пить я буду мой любимый квас. Обожаю просто. А вот и из допинга у меня здесь такой кетчуп. Кетчуп. Так, давайте я протру руки, пока я не забыл. Я безумно голодный, если честно, вот безумно. Хочу жрать прям вот, прям жрать. Боже, я какой-то такой, это, какой-то серый, какой-то бледный. Но это из-за того, что уже вечереет, вечереет. Так, руки протерли. Всем тем, да, что это такое, Луди? Всем тем, кто будет трапезничать вместе со мной, ну шел сун, а остальным приятного просмотра. Ой. Боже мой. Так, подождите. Все, давайте шампиньонов. Давайте начнем с шампиньонов. Давайте. Чин-чин за вас. Оргазмику. Оргазмику. Ой. Так. Надо было еще одну тарелку взять. Что-то я тупанул. Ну ничего. Приступим к крыльям. Боже. Боже. Ой, вы бы знали, на чем тут все держится. Будем надеяться, что ничего не упадет. Тут еще как бы ветер периодически поднимается. Так что, если что, если за звуком будут какие-то проблемы, неполадки, то не обессудьте, не обессудьте. Шикарно. Птички поют. Птички поют. Трава растет. Ляззат. Обожаю куриные крылышки. Ой. Так тихо, блядь. Ну ладно, ничего страшного. Но, знаете, что меня безумно радует? Это то, что комаров нет. Нет комаров и нет этих тварей, мух вот этих вот, уёбищных. Слепни, по-моему, они называются. Нет слепней, короче. С трудом нашел место, куда это можно установить, как-то расположиться, да, огурцы, АСМР. Ой, лавашек.
Если честно, немного прохладно. Ну как немного? Если бы я был бы без куртки, я бы замерз. А вы любите тоже, вот когда шашлык, он такой подгоревший? Вот я люблю вот привкус такой горелого. Среди вас есть такие же извращенцы? Или я один такой? Только честно. Только честно. Я никому не расскажу, это останется между нами. Боже, как же это все-таки вкусно. Наверное, это мое любимое блюдо. Вот. Шашлык из куриных крыльев. Давайте второй шампиньончик сожру. Надеюсь, я не травмлюсь. А кто-нибудь знает, вообще шампиньоны можно, ну, есть сырыми, в сыром виде? Или нет? Ну, не знаю, ну, вроде готовые. Ну, ладно, с Богом. Блин, конечно, с кетчупом неохота есть. Давайте я достану, уберу. Что? Как-то это. Это же все-таки не мясо. Конечно, все уже остыло, но ничего. Все равно вкусно. Все равно вкусно. Ой, что-то у меня уже течет из носа. Если что, не обессудьте, да, как бы. Резишечка. Обожаю ветер. Ой, а, салфетка, не улетай. Подожди. Все. Простите. Так. Блять. А, что-то я туплю, надо было просто... А, блять, господи. Господи. Все. О, как ни странно, на меня не капнуло. О, давайте, что ли? Пахнем квасу. Ой. За вас. Шикарно, шикарно. А вы любите квас? Если да, то какой ваш любимый? Напишите, мне просто интересно. Может, я тоже попробую. И у меня мой фаворит изменится, кто знает.
Но если вы не пробовали, если вы не пробовали вот этот вот царские припасы, рекомендую. Если что, как бы не реклама, но я думаю, вы и так понимаете, какая реклама, блядь. Господи, не смешите мои тапочки. Не смешите мои панталоны. Ой, господи, что-то пиздец холодно стало на самом деле. Вот сейчас я реально уже начинаю синеть. Хотя я до этого был синим, ну, как бы еще и это. Солнце ушло практически. Облачно. Хотя нет, не облачно, пизжу. Просто уже вечер. Да? Надеюсь, меня вообще слышно. Ой, что? Ой. Так не улетает. Это у меня брачные танцы, если что. Специально ничего не ел, чтобы, как бы, да, нагулять аппетит. Хотя, как бы, на природе он и так, его не нужно, да, стараться как-то нагулять. Ой, ну шикарно, шикарно. Курица, знаете, сочная. Реально сочная. Несмотря на то, как бы выглядит, что как будто она сухая, но внешность обманчива. Кетчуп даже не нужен, если честно.
решил, что решил, пока я здесь, запилю, да, мукбанчок, чтобы вас порадовать. Надеюсь, вы оцените мои старания, да? Блять. Если честно, обожаю вообще, да, обгладывать кости. Я как-то сдерживаю себя. Как могу, да? Ладно, все. Так, что это было? Короче, у меня есть, как бы, да, человечек один. Они будут называть имён. Блять, просто. Вот такое впечатление, что он вообще не жует. У вас есть такие же знакомые, которые, вот, знаете, вот просто глотают еду. Вот реально. Я, как бы, постоянно над ним прикалываюсь, да, типа... Говорю, вот если бы ты записывал мукбанги, твои мукбанги максимум длились 2 минуты. А он знаете, что мне говорит? Он мне говорит, самое ужасное, что может быть, это жрущий мужик на камеру. Вот так вот. Мне реально прям очень интересно. Если у вас есть такие же знакомые, напишите, пожалуйста. Это я просто не знаю. Как так можно? То есть такое чувство, что он постоянно торопится. Вот реально вот. Хотя как бы вырос не в многодетной семье, да? Но при этом, блядь, как будто я не знаю. Боится, что сейчас все закончится. Вот реально. Я говорю ему... Ты хотя бы вот чувствуешь, что ты ешь? Ну, для меня это непонятно. Хотя, может, для кого-то покажется, что я слишком быстро ем. Так что вот такие вот миязвочки. То есть я спокойно отношусь к тому, что кому-то это не нравится, да, это нормально. То есть даже если это, ну, не посторонний, то есть... Ну, как бы, так, все. Ой, все, мозг отключился. У нас и так, как бы, дисконнект. То есть я к таким комментариям, да,
даже со стороны, ну, как бы, своих знакомых, близких, как бы, ну, ровно отношусь. Ровно. Вот. Потому что никто не обязан, да, как-то это самое... хвалить меня, да, допустим, или врать, там, допустим, да, притворяться. Лучше уж правду сказать, потому что и я, как бы, никого не заставляю, да, как бы, потому что, ну, извините меня. Я считаю, что это неэтично. Я считаю, что это не тактично за вас. Каждому свое, да, каждому свое. Но просто я не люблю, знаете, что? И вот я вот категорически не люблю, когда пытаются навязать свое мнение. Вот это я не приветствую. Вот это я не приветствую. Категорически не приветствую. Или когда пытаются, знаете, обобщить, типа вот раз мне там не нравится, то и там всем не нравится. Или наоборот, раз мне нравится, то значит... Вот, вот это тоже, я считаю, неправильно. Но, знаете, и также я не люблю, когда переходят на личность, да, на личности и начинают оскорблять. Вот это тоже я не поддерживаю, не поощряю, не вообще. Одно дело, когда там человек может написать какую-то критику оставить, а другое дело, когда человек там докапывается до внешности, да, и так далее, и тому подобное, пытается как-то уколоть, поднасрать. Понимаете? Но опять-таки это характеризует комментатора, понимаете? Характеризует его внутренний мир. Потому что, ну, блядь, извините меня, счастливый человек никогда не будет тратить время, чтобы кому-то поднасрать, да, где-то там. Счастливые люди, они именно не до этого. Ну или же они делятся позитивом, да? Ну или же просто ничего не пишут. Вот. Ой, я все сожрал. А, тихо, тихо, не улетай. Ну, блядь. Ой, если честно, я не наелся. Вот, если честно, между нами.
Ой, все. Надо заканчивать. Это уже сухо времени. Буквально будет длинным. Ну, я думаю, тем, кому я действительно нравлюсь, да, тем, кто проникся, наоборот, нравятся длинные видосы. Чтобы, как, так сказать, больше времени, да, провести со мной. Ну, по крайней мере, у меня так. Вот я, например, когда вижу, смотрю длинные выпуски там любимых блогеров, да, я радуюсь, когда там выходят, ну, там, часовые, полуторачасовые выпуски. Когда короткие, как-то уже, ну, тоже приятно, но когда длинные, ой, прям можно весь день, знаете, там, потратить на просмотр. Так, типа, за завтраком, за обедом, за ужином, весь день провести с ними. Вообще, я люблю, знаете, за кофеёчком смотреть длинные выпуски. Особенно интервью. Ладно, съем огурчик. Всё. Спасибо, что присоединились ко мне и составили мне компанию. Берегите себя, своих близких. Наслаждайтесь жизнью. Кайфуйте. Любите. Понимаете? Творите добро. Ой. И просто как бы, да, старайтесь замечать положительные моменты, аспекты в этой жизни, да. Не зацикливайтесь на негативе. Вот. И тогда... И тогда все будет хорошо, тогда все будет шикарно. А на этом у меня все. Пока-пока, до новых встреч. Напоследок так-то, да? Прощальные эти танцы. Брачные танцы. Все.